Идем в город за свежей рыбой. Все, я вышла на Шератон. Время 12 часов дня. По нашему времени, по местному, 9 утра. Сейчас засеку время, за сколько я дойду до рыбного рынка. Магазины пока еще все на замке. Поэтому я прохожу спокойно мимо торговых лавок. А вот эта лавка моего кореша, брата, тоже на замке. Пока еще все закрыто, поэтому я и иду, пока все закрыто. Потому что меня уже узнают в лицо. И обижаются, если я не останавливаюсь и не разговариваю с ними. Так что как-то вот так вот. Вот туристическая полиция стоит. Рынка можно доехать вот на такой маршруточке. 2,5 фунта, по-моему, стоимость проезда. Ну, на такси доллар. За 15 минут я неспешным шагом дошла вот до такой стеллы под названием Марина. И сейчас поворачиваю направо. Тут магазин Соха. И вот в той стороне магазин Гомла. Прохожу Гомла Маркет. Это типа нашего светофора. Вон там стелла. Вот магазин Гомла. И проходим мимо Рояль отеля. И поворачиваем налево. Я решила пройти через порт Марина. Вот он, главный вход в порт Марину, Хургада Марина. Мы сейчас пройдем в этот порт. Так скажем, прогуляемся еще раз по красоте. Попадаем в Испанию или Марокко, или еще куда. Потому что тут очень цивильное место, очень чистое и очень красивое. Здесь можно купить прогулки на батискафе, посмотреть рыбок, понырять с аквалангом, просто поплавать в Красном море. Вот, а мы идем дальше в порт, на рынок. Экскурсия стоит 10 долларов. Я брала за 10. Вижу меню. Крем-суп Seafood. 125 фунтов. Конечно, тут дороговастые кафешки. В ресторане я брала такой супчик за 85. Но в уличных забегаловках такой суп с морепродуктами продают за 60 фунтов. Вот народ собрался отчаливать. Даже не верится, что январь месяц. Крутяк крутецкий просто. Водица цвета бирюза. Набережная совсем небольшая в Марине. Так и хочется назвать Дубай Марине. Прям на языке крутится. И сейчас мы скоро подойдем к рынку. Такие яхточки стоят. Каких-нибудь шейков или олигархов. По-любому. Я как осоль стою на берегу. Жду своего Грея.
А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. Я готов расцеловать город, готова расцеловать город Хургаду за то, что встретились с тобой. Ой-ой-ой-ой. Элит ВИП Б, Элит ВИП А, Элит ВИП С. Ну, А, короче, наверное, самая крутая. А С так себе. Еще стоит вот Розетта 2. Ну и вон мечеть. Первый раз я долго искала выход к рыбному рынку. А выход вот он. Проходите прямо до забора и поворачиваете направо. И там пропускной пункт. Этот выход. Стелла, посвященная рыбакам. И мы идем направо на рынок. Это самое то место, ради которого я прилетела в Хургаду. Ну, не исключая, конечно же, Красного моря. В общем, дошла я до рынка за 45 минут. Конечно, с посещением Хургада Марины. Если не заходить в Марину, в порт, вы дойдете намного быстрее. Одевайте что-нибудь непромокаемое. Ну, вот я сейчас пройду, посмотрю, что есть. А к лодочкам-то уже и не пройти. Все ходы-выходы перекрыты. Вот тут вот привозят рыбу в этом месте. Выгружают ее. Какие-то квоты у них раздаются. И потом они эту рыбу продают на рынке. В общем, останусь я сегодня опять без обеда, но зато со свежеприготовленной рыбкой. Вот какая красота лежит. Синие крабики — это мальчики. Мидии. Но я их не хочу, эти мидии. Я уже их наелась досыта. А вон, по-моему, и сам Мухаммед сегодня стоит. До этого был его брат Ахмед. Какая красота! Добрый день, Мухаммед. Вы Мухаммед? А брат Ахмед? Я вчера у него в гостях была. А где у вас форелька? Нету? Сегодня нету форели? А кефаль? Кефаль. По-моему, Ахмед лучше соображает по-русски. Ладно, пойду искать кефаль. Ой, тут экскурсия пришла. Китайцев выпустили за границу. И опять начинаются толпы туристов из Китая.
что же делать-то? Какую рыбу-то мне взять? Нашла кефаль. Сейчас скажут, сколько стоит кефаль. Фунтов 140. Фу, курица. Так, а какая еще вкусная рыба? А вот это вот какая? Гори. Фиг ее знает, как она называется. А она сколько стоит фунтов? $120. Подешевле, значит, это вкуснее. Но она на сомика смахивает. А вот это вот омары? Омар. Он сколько стоит? $750. А вот это абракадабра? Как они называются? Омар. А, тоже омар? 400. Фунты. Ага. Я поняла, 400 фунтов. Блин, какую же я рыбу-то хочу. Угу. А вон та что за рыба? Бульты. Как? Бульты. Ни хрена не понимаю, как она называется. Рыбина, вот та, креветка. 55. Угу. Это, кстати, она еще дешевле. Ага, 23,10 фунтов. Угу, окей. Вот это вот кефаль, по-моему, насколько я поняла, она 53,20. Ага, окей. И омарчик. Вот такой. Он на 112 фунтов. Ага. Good, good. Very good. С собой приготовить. Пожарить. Базары готовы? Так готовят мне рыбку. Сегодня у меня будет вкусный обед. И что это значит? Ага. Он прям позирует на камеру. Иду я погуляю и подожду, когда мне приготовят рыбку. Ты какая здоровая. На барракуду похоже. Вон сколько крабов. Целые эти. Все счастливые, довольные, фоткают все. Смотрят, рассматривают. Да, жаль, проход закрыли к лодкам, к кораблям. Хотелось бы посмотреть. Стою, жду, любуюсь на мечеть. Свою рыбу, любуюсь на мечеть. Таксист спрашивает, с какого я отеля. Показала, что я с Сигала. Он говорит, good Сигал, хороший отель. Да, отель хороший, красивый, но как-то питание меня не очень радует. Люблю такие колоритные места, но почему бы им не перенять тайский опыт? Поставить столики в
красивом месте с видом на море. Ведь море вот рядышком. В 5 шагах. Поставить столики, и туристы бы прям сразу бы ели бы эту свежеприготовленную рыбу с креветками. А вот у них проходит, как она называется. Кто больше даст денег за рыбу, тот и будет ее продавать. Тут вот рядышком еще находится один рыбный ресторан. А за моей спиной рыбный рынок новый. В общем, стала снимать проход к лодкам. И там стоит охрана. И запретили мне снимать. Я уже перепугалась. Думаю, сейчас заберут телефон, отберут, не дай бог. Так что вот, предупреждаю, не снимайте полицию египетскую, а то будут неприятности. Нет, нет. Нету. Нету. Деньги просят, попрошайнички. У меня мелочи нет, так бы дала. Мне не жалко. Салам алейкум. Вот сижу, жду. Подторговываю мимоходом рыбкой. Я думала, он большой рыночек, а он совсем малепусенький. Ой, не надо. Я опять сижу, жду рыбу. Вся в рыбе, вся в креветках. Короче, колоритное местечко, морда лица красная уже. А еще отдыхать половина отпуска. Вот где еще так посмотришь? Рыбный рынок, как не в Египте. Вот ради этого и стоит прилетать в Хургаду. Не устаю это повторять из раза в раз. Наесться вдоволь свежей рыбки, свежеприготовленной. Блин, это ли не счастье? Как я мечтала сюда попасть, на этот рынок. Я 200 фунтов. Вот, принесли мою рыбу. Спасибо. Все, я пошла в отель. Жара. Хочу уже домой. На улице жаришка. Времени у меня ушло 2 часа. Иду в номер, переодеваюсь. И на морюшко. Все, я уже в номере. Уже распаковала вот такого вот омарчика. Блин, неудобно снимать вам, конечно. Такое мяско. Я уже переоделась. В общем, я не знаю, что я больше хочу, рыбы или моря. Вкусно приготовлено. Похоже на рыбу. Я думала, в них нечего есть. Потому что как-то мы были тоже в Египте или в Таиланде, заказывали. Ну, мяса как-то мало было в них. Ну да, мясо не густо. Ну,
короче, так себе, на один зубок, на один раз можно попробовать. Рыба вкуснее намного. Ну ладно, я червячка затравила, я пошла на море. Пойду возьму в баре пивка и в морюшко, быстрее, быстрее в море. На улице жаришка началась.